Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Вознесся он главою непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру, душа в заветной лире, мой прах переживет и тление убежит. И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один вид. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славя, и фин, и ныне дикий тунгус, и друг степей калмы. И долго буду тем, любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к младшим призывал. Красота душевная, красота нравственная. Пушкин сводит меня с ума, такой великий гений. Пушкин – это русский человек, в его развитии, в каком он может быть, явится к нам через века. Это произведение не было напечатано при его жизни. Оно явилось завещанием Пушкина, где он провозгласил, что поэтическим словом он служит народу. Пушкин – тайную свободу. Пели мы во след себе, дай мне руку в непогоду, помоги в немой борьбе. Не твоих ли звуков сладость вдохновляла в те года? Не твоя ли Пушкин радость окрыляла нас тогда? Радика ждает того, кто обращается к Пушкину, кто испытывает душевную потребность беседовать с ним в тиши, наедине, кто с доверием и благодарностью принимает за вечное им наследство. Вся Россия, весь пушкинский дом и своего курчавого хозяина. Только потому, что Пушкин художественно раскрыл высокий смысл истинной поэзии. Священный дар поэта, его поэзия, не старея, всегда сохраняя юношескую силу и энергию, оказывалась нужной каждому новому поколению русских людей на различных этапах истории России. Его гений определил эпоху. 19 век, век Пушкина. Пушкинский вечер! Пушкинский бал! Thank you.
был толстым, молчаливым, неповоротливым мальчиком. Мама даже насильно водила его гулять и заставляла бегать. Но он охотнее оставался с бабушкой, залезал в ее корзину и смотрел, как она занимается рукоделием. А вы знаете, в детских летах Пушкин был не из взрослых детей. Волосы были так кудрявы, так изящно завиты африканской природой, что однажды ему сказали: «Посмотрите, ведь это настоящий арабчик!» Дитя рассмеялось и проговорило быстро и смело: «По крайней мере, отличусь тем и не буду рябчик». Достигнув 7-летнего возраста, Пушкин стал резвым и шаловливым. Учился лениво, но рано обдурнул страсть к чтению. 9 лет он уже читал Плутарх, Илиаду и Одиссею. А няню Арину Леонову Пушкин любил гостем неизменных людей. И годы возмужалости, славы, беседы целыми часами. Большая часть народных песен и сказок, которые Пушкин так много знал, слышал от Арины Леоновны. Марина Цветаева писала как-то: «Не хотела бы ни Герд, ни Крамзиной, а еще лучше няне. Никому никогда не писал с такой щемящей нежностью». Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя, одна в глуши лесов соснов, давно-давно ты ждешь.